В рамках цикла телевизионных передач «Время и место» на канале «Парк развлечений» вышло в эфир более 150 программ. Хронометраж программы – 26 минут. Тематика – театр, музыка, кино и другие виды искусства. О мюзиклах, «Растральщики», «Русалочка», «Остров сокровищ», «Мама Мия», «Белка и стрелка», «Любовь и шпионаж», «Ледовое шоу «Три мушкетера», «Граф Орлов», «Чикаго», «Звуки музыки», «Бременские музыканты», «Фанфан Тюльпан» и полная телеверсия спектакля «Лукоморье». Музыкальные джазовые фестивали «Бриллиант Джаз Клаб», «Усадьба Джаз», рок-фестивали «Индюшата», «Москва Музыка», «Мама Кабо», известные и неизвестные группы и исполнители «Ума Турман», «Батыр Шукенов», «А-студио», «Анна Пингина», группа «Точь в точь», «Нефть», «Доноры мозга», «Дидюля» и многие другие. Театральные события. «Страх мыльного пузыря», «Другой театр», «Вероника хочет умереть», режиссера Васильева, «Любовь и помидоры», «Подслушанная, подсмотренная, незаписанная Евгения Гришковца», театра «Школа современных пьес», «Дорогой бог театра мост», «Каин и Авель», «Оперетта понарошку», «Школа драматического искусства», «Мастер и Маргарита», «Аккордеоны», «Баба Шанель», «Ромео и Джульетта» в театре на Юго-Западе, «Ах, карнавал» в театре Назарова, «Легендарные лицедеи» и «Маски-шоу», кинофестивали и анимация, выставки, презентации и другие яркие творческие события.